Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Mercedes W123 200D, в дальнейшем 300 TDM 606. Процесс переделки длится неспешно уже третий год. Машина выйдет с гаража своим ходом и новым двигателем. Разборка, сварочные работы. Изъятие двигателя. В дальнейшем был продан по цене всей машины, что купил. Сварка двери и полы. Приобрел по дешевке крыло правое, так как родное было съедено коррозией в районе колесных арок. А то, что приобрел при подготовке к покраске, оказалось очень хорошо бито в области поворотника, и рихтовать там было без вариантов. Хорошо, что не выкинул на металлолом старое крыло, с которого вырезал часть крыла и аккуратно вварил. Зачистил швы сварки и обработал кислотой. Малярочка. Было все сегодня установлено: прокачаны тормоза, кардан и так далее, кроме передних датчиков движения ABS. Собирали мордочку. Звездочка с 210. Спойлер Зендер. Никогда не покупайте серые клипсы на молдинге. На солнце выпадают вместе с молдингами. Пришлось менять на красные, там фиксация лучше. Проклеил стекловолокном все проблемные места на коробах, вычистил, загрунтовал. Ну вот и началась. Основа с ДСП, верх и низ все по симметрии вымерено и вычерчено. Подгоняю пластик 210 по нижнему лекалу, ДСП крепим и ненужное отрезаем. Задействован гидроинструмент. Закрепил, лишнее убрал. Основа готова, переходим к следующему уровню. Контрольные замеры. Продолжение. Остановились на изготовлении макета из ДСП и монтажной пены со шпатлевкой, в дальнейшем установленной на W123. Процесс изъятия и внедрения. Двигатель.
двигатель 3.0 дизельный, 177 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, задний привод, машина 1982 года выпуска. После изготовления глушителя машина стала совсем тихой, но все же звук прямотока, рядной турбовой дизельной шестерки, это нечто. Вот решил я сделать такую приблуду. Дроссель с 21.12. Установка полностью проводки с W210. Решил полностью поставить всю проводку с климатом, центральным замком и ESR-ABS, кроме эйрбага. Ремонт и перетяжка приборной панели. Потолок перетянул алькантарой. Все делал с помощью монтажной пены и стекломата с полиэфирной смолой. Вот что получилось, конечно же есть косячки по перетяжке, может в дальнейшем переделаю. Установка селектора и примерка частей интерьера. Комплектация бывшего 210. Пришлось смещать селектор назад, чтоб встала консоль управления климатом. Заводское отверстие кулисы КПП, чуть позже заварю и сделаю отверстие под тросик блокировки селектора. Осталось затонировать стекло и поставить. Поворотный кулак со ступицей W210. Все-таки решил оставить 210 поворотные кулаки со ступицей, дорожный просвет уменьшился на 9 см. Обновочки BBS RS. R17 AMG были проданы с W126, а 15 унций остались у меня не в товарном виде, так как на лето нечего одеть, решено было подготовить под покраску и отполировать полочки. Спицы буду красить как потеплеет, просто гараж неотапливаемый. Автомобиль с каждым разом все больше преображается, становится похож на машину. Но все же впереди еще много предстоит сделать, переделать и придумать недостающих конструкций, например таких как воздушный фильтр, омыватель, бачок, поиск сидений черного цвета.
Проверка турбины на месте. Респектую и уважаю вас в выборе этой надежной и как стиль жизни этой надежной фирмы машины. Пришло время мне переступить барьер от повседневной езды к повседневной. Не только под капотом и диких тапках, но и визуально. Собравшись мыслями и духом своим скромным, решился я на безумную идею. Эксперименты с покраской. Как в первые хочу поехать с друзьями-мерсоводами на кубанский фестиваль мерсов. И выделиться среди любителей мерсаков. Моих любимых, какой бы модели он ни был. Скажу одно. Очень трудно и очень затратно. Двигатель 3.0 дизельный, 177 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, задний привод, машина 1982 года выпуска. Посетили мы с соклубниками наших соседей клуб «Краснодар», который организовал незабываемую встречу на замле Кубанской. Много машин, много людей, мероприятие прошло замечательно, нет слов просто. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте,